Из Красноярского аэропорта Емельянова запускаются прямые перелеты в Тюмень и Горно-Алтайск. Рейсы по специальным сниженным тарифам выполняет авиакомпания «Ямал». Полеты в Тюмень запланированы дважды в неделю, вечером по понедельникам и четвергам. Продолжительность полета – 3 часа. Стоимость перелета в одном направлении – 5000 рублей без сборов. В Горно-Алтайск те же самолеты будут летать также дважды в неделю, вечером по вторникам и пятницам. Время в пути около полутора часов, цена билета – 3000 рублей без учета сборов.